воспользоваться случаем и спросить нашего главного судью чемпионата Виктора Тихоновича Пустякова о наших текущих делах в чемпионате. Ну, что я могу сказать, что первый круг чемпионата закончен. Очень с интересными результатами. Ну, первое место в сегодняшний день держит команда Красноярска с 14 очками. Через 3 очка идет команда Жуковского. Идет какая-то кратность цифры 3. Через 3 очка идет команда Гжельского института. Через 3 очка идет команда Балашина. Через очко идет Железнодорожный. Что интересно, что Железнодорожный опустился у нас на 4 место. Там, конечно, даже не на 4, извиняюсь, на 5. Вот. А 6 место занимает команда «Дубна». Можно отметить, что она завоевала первое очко, которое ей принесел успех с одной из команд. Начался второй круг. Сегодня первый тур. А точнее он 6 тур, а первый тур второго круга. Команды все собраны. Я думаю, что все команды сегодня сыграют этот 6 тур. И начнется дальнейшая борьба за чемпионство. Как вы знаете, что победители или занявшие первое и второе место будут играть в суперфинал. Ну, приблизительно можно определить, кто идет. Но за второе место будет тяжелая борьба. То есть, как минимум, три команды будут бороться за второе место. Что еще могу? Могу поздравить вас с Новым годом, наступающим старым Новым годом. Сегодня 13 число. Будет прекрасная ночь. Спасибо. То есть все вот бадминтонисты в Москве сыграли свои новогодние игры. Скоро у нас в Раменском пройдет замечательное событие, которого мы ждали 23 года. Вот, что вы можете пожелать нашим бадминтонистам? Это чемпионат Европы. Ну, я что могу? Действительно, чемпионат Европы давно не был. Последний раз мы играли в городе Москва, а сейчас в городе Раменск. В прекрасном дворце, где пойдет этот чемпионат. Раменская активно и бурно готовится к этому. Готовится по всем направлениям. Ну, хочется пожелать нашим сильнейшим игрокам одержать заслуженные победы. Борьба будет, конечно, трудная. Это смешанные команды. Женщины и мужчины будут играть. В общем, победы. А нам посмотреть эти игры. Это я всех приглашаю, особенно наше Подмосковье, посмотреть эти игры. Оно пройдет 12-17 февраля. Да. Вот этот день мы перенесли все матчи. Да? Да, в связи с тем, у нас был намечен тур очередной, но в связи с этим мы перенесли игры на неделю вперед. Спасибо. То есть надо смотреть в сайте. Спасибо, желаем вам успехов. Спасибо. Мы будем стараться, а я буду стараться как главный судья, чтобы у нас чемпионат прошел хорошо, задорно и с большим успехом. Всем привет еще раз с наступающим Новым годом.